League of Legends, что сокращенно LoL. Это такая ролевая видеоигра с элементами стратегии в реальном времени. Конечно же, разработана и выпущена компанией. Поначалу я решил, что игра не особо будет интересной. Ну, она старенькая, она 2009 года. Но потом, когда я в нее зашел, я понял, что над игрой постоянно работает. Microsoft Windows и не очень требовательный компьютер, прям вообще самый старенький, идеально подойдет для этой игры. Именно поэтому меня эта игра заинтересовала, потому что она красивая, она интересная и она не требовательная. В этом видео я тебе расскажу, как ее скачать и сделаю небольшой обзорчик. Так что не переключайся. В вашем распоряжении будет уже более 140 чемпионов. То есть только ты представь, какие возможности, сколько всего есть в игре, сколько всего можно посмотреть, сколько всяких плюшек. И самое главное, играть уже можно прямо сейчас. И это совершенно будет бесплатно. Я такого, честно говоря, давно не видел. Хоть игра и старенькая, но для меня это прям какое-то открытие. В общем-то, я как посмотрел, в этой игре нет ничего такого прямо сложного. Берешь любого чемпиона, то есть ты мне скажешь, а как играть, да? То есть как, что изучать? Не парься. Берешь любого чемпиона и просто идешь уничтожать базу врага. То есть у тебя база 1, у него база 2. И ты идешь либо вверх, либо там вправо, если ты внизу слева, да? Либо, так знаешь, по диагонали. И используешь свой скилл. Самое, что офигенное, никакого преимущества у донатеров нет. Просто скины. Это вот самое главное в игре. Решает твой скилл. Именно поэтому эта игра по-настоящему достойна моего внимания. И это еще не все. В игре столько всего. Игровые режимы с подбором игроков, ущелье призывателей. Есть даже система. То есть железо, бронза, серебро, золото, платина, алмаз, мастер, грандмастер, претендент. Интересно, на что? В общем, ты все прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Система прокачки. Есть проклятый лес, воющая бездна, специальные игровые режимы. Против ботов потренироваться. Своя игра. Но самое главное – обучение. Вот, учение – свет, а не учение – тьма. Обучение пройти обязательно, чтобы понять, как быть дальше. Ты просто не представляешь, магматический зал, снежная схватка, гексакилл – все заодно. И все заодно. Ультраразрушительный формат, вознесение, легенда о короле Пора, вовсе не доминион, кошмарные боты, осады Нексуса. Это все режимы. Ты только вдумайся, что вообще в этой игре творится. Охренеть! Всякие эссенции, руны, колдовство, точность. Доминировать можно в игре прям. Храбрость и всякое различное вдохновение. Скорость перезарядки, там вот это вот восстановление здоровья и дополнительные разные ресурсы. То есть закупился и пошел. Чемпионов вообще офигеть сколько. Убийца, стрелок, маг, воин, поддержка, танк — это вот основные. Вселенная игры просто бомбическая. Там состоит из ряда стран, городов, государств. Разработчики постарались на славу, в общем-то. Да, хорошие разработчики сделали хорошую для нас игру. Очень популярная, очень много событий, турниров. То есть, есть, получается, карьерная лестница у этой игры. Ты сможешь всегда, в принципе, выйти туда, куда хочешь, если загоришься. Ну и, в принципе, наверное, давай потихонечку перейдем теперь к скачиванию игры. Сейчас все детально расскажу, покажу. Итак, что же тебе нужно для того, чтобы создать бесплатно аккаунт в League of Legends? Я для этого специально создал ссылочку сокращенную. Ты переходишь по ней, она находится у нас в описании. Сразу же в видео ты увидишь, нажимаешь на нее и попадаешь на официальный сайт League of Legends. То есть эта ссылочка сделает редирект. И прямо сейчас я тебе покажу, ничего сложного, сейчас все увидишь. Приступаем. Итак, я тебя поздравляю, ты перешел по ссылке в описании. Ну пока что еще. Еще нет, пока что смотришь, но ты перейдешь и увидишь вот это. Что здесь нужно сделать? Все просто. Нажимаешь «Начать». Но
Как ты видишь, сначала вводишь адрес электронной почты. Пускай это будет любой твой адрес. Ну, разумеется, доступный для тебя, потому что на него придет письмо с подтверждением. Также указываешь свою дату, да? Понятное дело, что ты уже молодой боец, очень хорошо себя, в общем, делай все как надо. Там знаешь, о чем я говорю. Здесь тоже вводишь имя пользователя, вводишь парольчик. Парольчик нужно знать. Парольчик нужно знать, поэтому ты его создаешь и записываешь куда-нибудь на листочек, чтобы не забыть. Вот так вот. Вот так вот, вот таким вот делом ты занимаешься. Не забудь его подтвердить. Вот. Это обязательное вообще условие. Все, соглашаешься со всеми тут условиями, потому что дальше тебя не пустят, если ты не согласишься. И загружаешь для Windows. Все, загрузочка пошла. 65 мегабайт. 65 мегабайт у нас это дело весит. Ну, потом еще будет скачиваться. Я тебе сейчас покажу, что делать дальше. Как установить League of Legends. Как установить LoL. Запускаешь этот лаунчер. Он находится в загрузках. Ну, либо вот у меня в браузере он здесь. И у нас начинается установка игры. Да, мы соглашаемся. Нажимаем установить. 10,5 гигабайт. И устанавливаем. Все. Начальный лаунчер у нас установился. И теперь здесь вводим все данные, которые мы ввели при регистрации. То есть наш пароль и наш логин. Ну и дальше, в принципе, все просто. У нас останется загрузить только игру. Значок появится на рабочем столе, как обычно. Запускаешь и играешь. В общем-то, ничего сложного. Не забудь подписаться на канал.